Это правда, братья мои и сестры. С помощью своего высокого интеллекта и бескорыстного самопожертвования я обнаружил самую чудовищную и смертельную угрозу. Узрите! Это что, на нас напали? Тыквы? Да нет! Нет! На нас напали волки! Да, это мы, волки. Волком быть, отлично жить, скажу я вам. Сами посудите, все тебя боятся, а ты делай, что хочешь, веселись и в ус не дуй. Именно так я и живу. Это я, Серый. Через 3 дня, полдень, Серый против Безухова. Победитель — новый вожак. Какой из Серого лидер? Превращает все в балаган. Я устала ждать, Серый, что ты наконец изменишься. Я обещаю, я изменюсь. Ну что ж... Волк сказал, волк изменился. Серый превратился в барана. Но какие бы неприятности тебя не преследовали, ты всегда можешь рассчитывать на поддержку верного друга. О, братишка, вот ты где! Привет! А ты куда собрался? В кино? Я пойду с вами! Можно? Да, ладно, хорошо, я с вами. Так, подождите. Я все еще хищник. Я же должен любить... мясо? Нет, не люблю.